И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Собственно, вот так вот я встречаю вас именно ночью. Почему ночью? Ну, хотя бы из-за того, что я в прошлом выпуске обещал выстрелить, как он там называется, сигнальным пистолетом, но так и не выстрелил, потому что я забыл про это. Вот, ну и в целом я тут бегал по острову. Ну, я рассчитываю на то, что, в общем, так, Тир, она же самка у меня все-таки, уже готова к спариванию. Я надеюсь, что все-таки кто-нибудь доклюнет на мою прекрасную птер, но, к сожалению, все летают мимо туда-сюда. В общем, короче, не получается. Я включил ее блуждание, а сам здесь стою на берегу. Ну, в общем, разжег костер, я понял, что уже начинается ночь. И, конечно же, я вспомнил... Тихо, хорош, ты меня так затопчешь. Так, стой. Так, посмотреть инвентарь. Да что ж такое-то, а? Ну, стой же ты на месте. Вот, ну, стоять. Так, окей. Следовали. Так, трайк тут. Пришел трайк. Так, посмотреть инвентарь. Давайте сейчас я вкачаю, я и здоровье уже вкачал, как видите, выносливость также осталось, здоровье немного вкачиваю, сейчас здоровье. Ну давайте выносливость вкачаю, чтобы все-таки было 600 число точно. Так, ну а теперь не следовать. Вот, ну собственно, жду, так сказать, включилась ночь, и я думаю, а почему бы не начать стартовать, так сказать, не начать серию. Кстати, меня прикалывает то, что когда он достает ее, он достает как револьвер. Ну и, собственно, давайте, пока еще не сильно светло, запустим... Давайте так, потушу даже огонь. Запустим этот самый сигнальный огонь. Ну, кстати, так нехило освещает. О, да. Надо их парочку сделать. Парочку побольше даже сделать. Сколько он стоит, этот сигнальный... Сигнальный, так, дерево, волокно, селитра, порох, всего-то. Кстати, освещает-то как конкретно, а? Ты еще бабахаешь? Или ты просто залагал у меня? Так, ну, конкретно светло было, это точно. Так что, ладно, зажигаем огонь. Текс, где там птер моя? Услышала? Услышала. Летит ко мне, летит. Не услышала? Алло. А вот теперь ты услышала. Понятно, значит, они слышат лишь тогда, когда находятся, так сказать, в поле моей видимости, когда я вижу их зеленый ник. Кстати, я тут еще одну фишку увидел, случайно нажал на пробел, и не надо изнеможать птера, чтобы сесть. Просто нажмете на пробел, он взлетает, либо садится. Ну, а тут уже спокойно можно входить или выходить, и это классно. Так что, блин, как говорится, век живи, век учись, а тут и века не нужно, чтобы этому было научиться. Так, ладно, залетаем. Я потихонечку готовлюсь, я хочу сделать видео, где чисто просто коротенькое видео, где будет музыку на барабанах буду делать. Ох, мать вашу. Вот, конечно, мне не нравится, что он так это прям летает туда-сюда. Так. Всем стоять. Вот так вот. Такс. Ну, давайте фарганить ракетницу. А мне нужна селитра, порох, дерево и волокно. Так, волокно, дерево. Угу, все нормально, хорошо. Так, волокно, дерево. Селитру я все туда скинул. Так, здесь у меня селитра и порох. Да ладно, мне не хватает. А что мне надо? Мне нужен кремень. Здесь у меня кремня нету. Давайте сразу же сделаем, ну, чуть-чуть побольше все-таки сделаем. Так, и камень. А, ну камень здесь у меня лежит.
Так, закидываем кремень. Изготавливаем сразу побольше. Чтоб все-таки было побольше. Так, селитра. А, вот у меня была селитра, я ее не скидывал никуда. Порох, волокно, дерево есть, все замечательно. О, 5 штучек мне хватит. Так, ну а я пока поставлю на изготовление. Замечательно, изготавливается все-таки долго. И нужно зажечь огонь, а то, я думаю, вам темновато это все дело. Замечательно, просто великолепно. Наркотики сюда скидываю, иногда наркобери собираю, создаю еще наркотики. И я, кстати, сейчас немножко рассветает, и я вам покажу, что я сейчас делал. 20 минут времени своей жизни я убил на эту глупость. Но было интересно. Так, все, состряпал? Состряпал. Такс. Кстати, у меня спальники валяются, нужно их тоже скинуть. Но это я кристалл залутал, а там единственное, только нужное было, это спальники. Вот такая вот гадость там попалась. Такс, скидываем вот это все. Сюда скинем. Так. Кстати, шприц, точнее, шприц, да, для извлечения крови. Классная штука. По сути, извлекаешь из себя кровь, и он 25 хп потом будет хилять. Так что, ну, конечно, портится через полчаса, но перед каким-то ПВП хилочки можно себе наюзать, потом едой отхаваться, так как можно едой просто, так сказать, пожрал много еды, и потихонечку, но заполняется. Ну, а так как бы в этом плане намного будет лучше. Так, так сказать, хилки. Ну, либо кого-то можно хилять. Так, ладно, все на это пофигу. Пускай дальше жарится. А мы погнали наверх. Так, замечательно. Вот здесь вот я и хочу запускать. Так, девяточка. И давайте так вот. И давайте смотреть на это. Ну, я бы не сказал, что это что-то нечто такое, но это надо запускать одновременно. То есть вот встать пятерым и одновременно запустить. А нет, они еще попахают. Или это просто... Да, наверное, это просто баг сервера. И хотя у меня пинг и 13 всего лишь, но задержка, как видите, иногда я начинаю лагать, меня отбрасывает и так далее. Но в целом прикольно. Осветить территорию вполне так неплохо. Такс, ну и что? Я буду ждать утра, чтобы уже по светлу снимать и продолжать. Ну, а для вас это всего лишь будет пара секунд. Так, ну что, наступило утро, и я тут уже лежу, я говорю, на плоту. И нашел баг, не баг, но в общем, смотрите. Если смотреть просто так через подзорную трубу, то... Ну, вы видите, ник отображается, то есть имя, и все в таком кругляшке. Но если нажать на К, и вот так от третьего лица смотреть, и нажать на эту же самую трубу, вы просто посмотрите, полностью весь экран виден. Единственный минус то, что не отображаются ники, но вы можете хоть куда смотреть, хоть вот сюда. Классно, да? А если через трубу смотреть... то всего лишь так. Но зато отображаются ники и левел. Так что вполне себе удобно. Так, где там? Где там жиробасина? Тебя легче всего носить. Вот, видите? То есть, ну, хочешь не хочешь, на него наведешься, а... Ну, не канает. Вот такие вот дела. Ну, в общем-то, утро-то настало, так что погнали. Все новое и новое находим, но о старом не стоит забывать. Такое, как... Убери долбанную трубу из руки, когда садишься на птера. Или в целом на динозавра. Об этом никогда не стоит забывать, потому что это говно меня раздражает. Так, ну ладно. Кстати, погнали. Залутаем. Я сейчас вам расскажу и покажу, что я делал целых 20 минут. И все было безуспешно. Реально было безуспешно. Так, что-то у нас... А, вот это пригодится. Так, копишка. Рогатуля, рогатуля, рогатуля. Ну, стоит заменить. Чего бы и нет. Так, тот скинем туда. Вот, ну а все остальное. Давай так, как же сделаем.
чтобы кристалл исчез. Так, хотя вот это вот я выброшу, и вот это вот выброшу, а это у меня останется. Замечательно. Так. Ну, тебе аж надо блуждание вырубить, а то сейчас начнешь летать. Так, приказать следовать, отключить блуждание. И полетели. А, стоит здесь вот такой каменный домик. Мы уже не раз мимо него бегали, летали и так далее. Ах ты ж зараза, а. Опаньки! Ты смотри-ка, говнюк. Хотел, называется, показать, но не про каналом. Так, давайте сядем на дом. Вот же зараза. Это что у нас за такие создания-то? Давайте вот этого завалим. Он такой выделяющийся. И посмотрим уже ник после того, как его завалим. Стоять, зараза! Куда? А, точно! Труба! Ёшкин кот. Труба, труба, труба. Как вы там называетесь-то, а? Да стой ты, тварь. Раптор? Да ладно. Это что же раптор, оказывается? Вот это поворот. Кстати, надо будет притомить раптора себе. Реально, как защитник, это намного лучше, чем Дила. Дилофазавр. Ах ты ж, зараза. Вылази! Да что ж такое-то? Я ж не могу показать, каким идиотизмом я страдал. Пока я страдаю этим идиотизмом. Ну, в целом неплохо. Может, завалю. Может, тогда опнусь. Так, ладненько. Благо, я научился теперь садиться туда, куда мне нужно. На дереве. Это очень удобно. Ладно, фиг да с этим. В общем, смотрите. В этом доме находятся два птерозавра и один трайк. Если ударить по зданию, то сразу же все эти создания активируются и начнут высовывать свои головы отсюда. Блин. Да уж, так дом не повредить. Да ладно. В общем, стоял вот здесь на углу и бил высунутые морды птерозавров. Птерозавров, да, все правильно. И сломал на них два копья, две пики и два меча. Но так и в итоге и не убил, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Но, в общем, суть-то в том, что у меня в итоге так ничего и не получилось. И я только потратил зазря время. То ли из-за того, что левел у них огромный, 138-й, 215-й, то ли из-за того, что все-таки через здание невозможно убить тех, которые затамленные. Но суть в том, что у меня ничегошеньки не получилось. Вот, так что я не знаю, что так как, но было интересно. Я просто хотел, думал, если получится убить птерозавра, наверняка, раз такого левела птеры, то у них наверняка хорошая броня. И я хотел, собственно, заполучить эту хорошую броню для своего птера, но не получилось. Да ладно. Собственно, не за этим я начинал это видео, а за тем, чтобы начать... Так, залази. Да что ж такое? Пикс. Ну-ка, давай, сядь! Давай. Ну, блин, вот ты, короче, прям по-конски встала. Ну, ладно, дверь закрылась, на том хорошо. Сейчас туда залезу и... Тебя перенатачу. Так, сядь. И вот... Ах ты ж, блин. И вот здесь стой. Все, замечательно, кстати. Ты апнулся? Ты не апнулся. Вот, что же я хочу делать? Я хочу начать садоводство. А именно грядки и все дела. Для этого я как раз таки все отдельно и сделал. Но для всего этого нужно провести водопровод. Сейчас я проведу водопровод за кадром и уже
так сказать, подключусь, когда будет конечный результат. Ну, чтобы во все вас не внедрять, так сказать. Ну, ждать здесь придется реально очень долго, и смотреть на это будет глупо. Я, пожалуй, сниму какой-нибудь отрывок, как ставить трубы и так далее, но в целом весь процесс показывать уж точно не буду. Так, ну, собственно, как я и говорил, начну сначала. Во-первых, нужен будет каменная труба, водозабор. Он ставится сразу на воду, чтобы, ну, понятное дело, набирать, то есть откуда-то забиралась вода. Так, ну, его не обязательно так ставить, но в целом я поставил его так. Ой, блинский, я еще один водозабор состряпал, блин, забыл убрать со складки. Так, дальше, можно поставить, как вариант, вертикалку. Ну-ка, получится. Вот так вот, ну, по крайней мере, так будет намного удобнее. Дальше можно будет вести уже горизонтальные, либо ставить уже наклонные. Давайте я вас покажу. Наклонные. Вот такие вот там. То есть, ну, в моем варианте... Ой, свалился в воду. В моем варианте лучше всего ставить наклонные. Несколько наклонных. Во-первых, чтобы я смог, так сказать, без лишних заморочек проходить под ними. Потому что... Хотя можно было сразу наклонные вести, но в целом... Мне не нравится, когда я головой во что-то упираюсь. Хоть я сквозь это прохожу с легкостью. Ну, блин. Ну, блин, вот так вот, вот. Сейчас. Потихонечку. Оп. Вот. Как бы хоть и прохожу, но все равно меня будет это напрягать. Создается все это из всего лишь навсего камня. Ну, так как камня у меня сейчас очень мало, как вариант, мне этого всего и не хватит. Придется идти лутать камень. Как бы это ни звучало. Глупо, но придется идти лутать камень. Вот. Ну, как начинать, как делать это, я вам показал, а вот как заканчивать делать, я сейчас вам покажу. Так, ну и давайте смотреть дальше. Есть такая штука, как кран. Именно из крана будет литься вся вода. Изготавливаться он легко, для этого нужен камень и дерево. Но так как я их лутал, поэтому они у меня есть. И смотрите, как ставится кран. Кстати, смотрите, сразу... видите, да, как у меня вышло? Так, давайте я вам покажу. Вышло у меня очень кривенько-косонько. Я ее поставил, кран, вот так, наискосок. Что-то там тут толпчется. Наискосок, и, ну, видите, да, как у меня получилось. И я сейчас хочу попробовать, получится, не получится, но выправить так, чтобы шел кран так. Потому что, видите, он идет кривенько-косонько. Для этого мне нужна так горизонталочка. Давайте посмотрим. Получится, нет? Ага, она идет чисто по прямой. Для этого мне нужна крестовинка. Блин, под углом никак не ставится. Вот это вот конкретное упущение. А ну-ка, если я Е нажму. Нет, ничего никак. И здесь ничего никак. Да, жаль. Так, давайте посмотрим крестовинку состряпать. Наклонку состряпать и уже сейчас вместе с вами посмотрим, получится нет. Потому что, как вариант, мне тогда легче будет просто все переделать и по прямой вывести. Так, нет, он чисто наклоняет, он может вверх вывести, но влево-право он не может. Это уже фигово. Так, ну и давайте посмотрим крестовинка. Ага, вот на как крестовинка действует, понятно. То есть она либо вперед, либо назад, допустим, вот так, и здесь уже, ну, понятно. В целом понятно, что очень даже все фигово, и я сейчас все это нафиг переделаю. Хотя вот единственная проблема сейчас мне до этой всей гадости достать. Да, такие вот фиговины. Да, народ, ну, в общем-то, все. Тот старый водопровод не получилось у меня убрать. Потому что он очень высоко стоит. Так, ну-ка, закройся. А вот новый водопровод получилось более или менее так состряпать. Блин, я опять жрать хочу. Я тут так набегался, что опять жрать хочу. Кошмар какой-то. Придется ягодами травиться, теми, которые у меня хоть какие-то есть.
Потому что мясо я еще не пережарил. Ну да ладно, фиг да с этим. В общем, в целом я реально заморочился, но не получилось. Должен был вот сюда выдвинуться, но он выдвинулся вот сюда. Ну, как видите, пару миллиметров, там-то миллиметр угол, а в реальности вот насколько ушло не туда. К сожалению, тяжело водопровод вывести так, как именно нужно, но получилось довольно-таки неплохо. Как вы видите, я в основном использую только наклонные и прямые. Здесь я ставил плот, постройку и так далее, чтобы убрать лишний предмет, чтобы все-таки было красиво. Ну а тот водопровод я постараюсь весь сломать. Ну, либо я его трогать вообще не буду. Хайда с ним. Так, у меня опять обижает своживание. Ну, скоро с этим проблем не должно быть. Я надеюсь на это. Ой, блин. Я на это реально надеюсь. Набрал. Вот, так что пойдемте ставить краны, потому что уже к этому практически все готово. К сожалению, если к счастью, я бы так сказал, если сломать одну трубу, так вот. Ну, блин, да чтоб тебя. Да ладно, не достаю что ли? Ладно, здесь точно достану. Вот так вот. Если разрушить одну трубу, то разрушается только она, но все остальное остается. Это и, к сожалению, и к счастью. Почему к счастью? Потому что любой, кто может подойти и вот так вот просто тупо взять, сломать топором, вам не сломает всю систему, и вам не придется по новой строить. Ну, а, к сожалению, это из-за того, что если вы накосячили с водопроводом, то вы можете вот таких труб наделать очень много. Но, слава богу, у меня лишь всего лишь одна. Здесь я поставил крестовину, чтобы она двигалась в ту сторону и в эту сторону. То есть в этом плане у меня заморочки свои. Давайте я вам покажу, то есть так, то есть как. То есть вот, трубы нельзя двигать лево-право, поэтому только так. Ну и, собственно, краны. Краны можно ставить на стыке. На крестовину поставить, ну, никак нельзя. Вот, так что ставим кран. И вот на вода пошла. Да. Можно выпить воды, а вот набрать бутылку воды не получится. Жаль. Так, посмотрите в инвентарь. Кстати, если вот так вот положить. Кстати, не знаю. Это надо будет потом затестить, проверить. Давайте посмотрим, от крана можно как-то сделать трубу или нет. Я вот сейчас выбрал трубу. От крана никак нельзя поставить трубу. То есть кран, он не действует как крестовина. Ясненько. Так, это убрать, это убрать. И снова кран. Так, давайте еще я состряпаю кранов побольше. Да ладно, дерева нету. Мне дерева не хватает, вы прикиньте. Я тут уже задолбался бегать туда-сюда, камень лутать. У меня постоянно камня не хватало. Просто до жути как не хватало камня. Аж раздражать это начало. В общем, ближайшие я камни раздолбал на ура. Так, ну 4, я думаю, мне хватит. Вот, так что все вполне неплохо. Так, сейчас уберу лишние предметы. Так, седло Фиомия. Нафиг. Так, ну, пожалуй, все ресурсы можно уже скинуть. Пускай они там валяются. Так, а тут у меня наркобыри осталось? Не осталось. Жаль, я бы сейчас еще один наркотик состряпал. Так, давайте еще краны расставим. Но самое основное для меня это то, что я могу просто подойти и попить воды. Вот, как видите, вот маленький радиус, градус, но уже пошла не по этой полосе, а немножко сюда. Ну, в целом, это все фигня, это я не поставлю так, как нужно. О, админ тут в чат кто-то написал. Офигеть. Я, кстати, не знаю до сих пор, как чат отключать, выключать и так далее, но пускай будет так, как есть. Вот, как вы видите, сколько? 6 кранов я поставил, и они орошают землю и с той, и с другой стороны.
Что означает, они могут орошать и грядки. Но с грядками мы будем возиться уже в следующей серии, потому что здесь уже реально очень много заняло времени. И моя болтовня, и постройка этой долбанной системы водоснабжения. Но зато теперь понятно, что, как и где. Кстати, сквозь кран точно так же ходишь. Ну-ка, интересно, а что там внутри? О, я писаю. Да уж, вот такие вот дела. Ну, кстати. На-ка. Текс. Вот как эта вся система выглядит. Полностью вся система как выглядит. Ну, кстати, довольно-таки не кисло. Не кисло. Но обидно то, что у меня не получилось вывести полностью так, как мне нужно. Да, жаль. Жаль, жаль, жаль. Еще раз жаль. О, кстати. Внутри вода тоже. Прям как в Расте. Внутри везде вода. Вот такие вот дела, народ. Так что я уже на этом с вами буду, пожалуй, прощаться. Поэтому всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте ставить лайк. Потому что завтра выйдет точно так же следующая серия. Ну и я заспойлерю. Следующая серия будет уже о том, как же все-таки делать эти долбанные грядки. И что с ними делать. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если понравилось, ставьте дизлайки, если не понравилось, я это приемлю. Поэтому всем спасибо, всем удачи, всем пока, и я этот дом когда-нибудь все-таки дострою, надеюсь, очень надеюсь. Да, не факт. Всем пока.